Всем привет, ребята! С вами я, Нубик в Майнкрафте, и сегодня я, короче, пришел к очень большому заброшенному дому. Смотрите, он очень гигантский, и что самое главное, мне мои знакомые друзья сказали, что в нем лежит очень много золота, поэтому я сегодня сюда пришел. И надеюсь, что заберу из этого дома как можно больше золота, потому что я его очень сильно люблю. Мне также сказали то, что здесь живет очень страшная бабушка Гренни. Знаете ее, да? Она, короче, да, очень страшная, очень мощная, сильная. Но я очень постараюсь сегодня как-нибудь очень аккуратно проникнуть в этот дом, забрать все золото и как можно быстрее отсюда уйти, потому что я вообще не хочу встречаться с этой бабушкой Гренни. Да, она очень страшная, поэтому так, ребята, я вообще не хочу сюда заходить, но вроде бы пока что я никого не вижу. Интересненько, где тут эта бабушка Гренни? Вроде бы ее нету, поэтому давайте пока что осмотримся, посмотрим, где здесь может лежать золото. Вот тут я вижу какие-то сундучки, а ну-ка, да, смотрите, первое золото я уже нашел, целых 4 кусочка, давайте залутаем эти сундучки. Они не открываются, ну, значит, в них, наверное, ничего нету, но это нехорошо, ладно, давайте поднимемся на второй этаж, и что же здесь? О, бабушка Гренни, вот она, ребят, смотрите, какая она страшная, это просто пипец, нужно отсюда быстрее выбираться. Нет, она меня убила. Какашка дурацкая. Она же забрала все мое золото, которое я нашел. Просто пипец. Ладно, давайте пока что не будем приходить на второй этаж, потому что она находится именно там. Вон она, смотрите. Ух, самое главное, чтобы она меня не увидела. Поэтому я пойду в другую комнату. Да, если она не будет спускаться на первый этаж, это будет очень хорошо. Здесь еще один сундук, в котором целых 8 золотых слитков. Отлично! Кстати, смотрите, это что, какой-то потайной сундук? Ничего себе! А как интересно мне до него достать? Там 100% тоже лежит золото. Может быть, получится как-нибудь допрыгнуть? О, ничего себе! Это Гренни опять нашла меня! Дурацкая бабуля! Нужно уходить! Открываем дверь! Что? Дверь заперта! Я не могу ее даже открыть! Это вообще нечестно! Она меня заперла в этом доме, и я опять потерял все золото. Это вообще не круто, блин. Ладненько, давайте откроем, и отлично, золото осталось здесь, поэтому давайте проходим в ту же комнату. Кстати, вон она, смотрите, это самая бабушка Гренни. Она там что-то делает и пока что меня не замечает. Это хорошо, поэтому я быстрее побегу открыть вот этот сундук. Только я пока что не знаю как. Наверное, все-таки я смогу его открыть, если буду вот так вот прыгать. А ну-ка. Не, ребята, это вообще не вариант. У меня не получается, поэтому пока что этой бабушки нету. Давайте залутаем другие сундуки. Так, отлично. У меня уже есть 14 золота и еще один сундук, в котором ничего нету. Вот это жесть. А я думал, в нем тоже будет золото. Стойте, вы это слышите? Там кто-то дверь выламывает. А ну-ка. Офигеть, она дверь выломала. Зачем она это вообще сделала? Ладно, поднимаемся вот сюда и... Ух, ребята, смотрите, где это я? На каком-то третьем этаже? Ладно, я пока сюда не буду подниматься, потому что мне еще нужно второй этаж проверить. Так, вроде бы она меня не заметила. Здесь у нас ничего нету, поэтому погнали в другую
новую комнату, здесь у нас кровати и сундуки. В этом ничего, в этом тоже и в третьем... Ух ты, а в третьем лежит целых 9 золота. Это много, это очень хорошо. Кстати говоря, на улице уже темнеть начинает. Это нехорошо, давайте возьмем факел, и тогда при помощи него я буду все видеть в темноте, да. В общем-то, эта бабушка Гренни находится вон там, вот на первом этаже, смотрите. Она куда-то на улицу пошла гулять. Это хорошо, сейчас я смогу побыстрее посмотреть остальные комнаты. Так, здесь у нас тоже сундучок, в котором золото лежит, это очень круто. И давайте сходим в последнюю комнату на втором этаже, которая находится вот в этой стороне. Ух ты, такой большой сундук, и всего лишь одно золото в нем лежит. Это как так-то? Вообще нечестно. Тогда давайте сходим на третий этаж. Нет, только не это, только не она. Зачем она сюда пришла? Дурацкая Гренни. Ладно, пока что я буду стоять здесь и надеюсь, она меня не заметит. Офигеть, какая же она страшная. Она идет в мою сторону. Что? Она меня заметила? Нет, ребята, она реально меня заметила. Отстань, какашка. Что тебе от меня нужно? Нужно закрыть за собой дверь, и тогда ты не войдешь ко мне. Она ее ломает. Ладно, давайте спрячемся вот в этом шкафчике. Так. Вроде бы она меня не должна видеть, хотя я в этом не уверен. Она вроде выломала ту дверь. О, ничего себе, я вообще испугался. Офигеть, она меня все-таки нашла. Ух, ребята, это было очень страшно. Уже настала ночь, и в этом доме очень темно, поэтому давайте найдем новый факел. Вот, возьмем, пожалуй, вот этот. И, по идее, эта дурацкая Гренни сейчас находится на втором этаже. Ну, а первый этаж мы с вами полностью посмотрели, и здесь больше золота не осталось. Так, интересненько, куда это она делась? О, ничего себе! Офигеть, я очень испугался. Она прямо передо мной стояла. Ну и что, какашка, теперь-то ты до меня не доберешься. Все, ребята, лезем на третий этаж. И вроде бы здесь было очень много сундуков. Ай, нет, на этом третьем этаже куча монстров появилась. Только не это. Вы только посмотрите, сколько их здесь. А ну-ка, что в сундуках? Меч, то, что надо. Ай, огурцы взорвались. И меня убили. Да что ж такое-то? Я вообще ни одного кусочка золота даже не смог забрать. И еще этот мутант здесь где-то ходит. Да, и он мне тоже очень мешает. Нужно срочно забрать мое золото. Отлично. Так, у меня также теперь есть меч. И это вдвойне круче. Получайте, дурацкие скелеты. Надоели вы мне уже. Иди сюда, какашка. О, смотрите, здесь скелеты между друг другом сражаются. О, ничего себе! Кто меня опять убил? Да надоели вы, дурацкие мутанты! Нужно забежать домой, чтобы они от меня отстали. Так, и тут еще эта бабуля дурацкая. Так что придется через стекло мне как-нибудь вот так вот проходить, чтобы меня никто не увидел. И вроде бы да, эта тактика сработала. Поднимаемся повыше, и давайте мы поспим, чтобы, наконец, избавиться от этих монстров. Ух, ну все, я поспал. О, ничего себе, пипец какой-то. Сразу же эта дурацкая Гренни ко мне прибежала, как тут же я встал с кровати. Отстань, какашка, не дала мне нормально поспать. Ух, вроде бы то золото, которое я потерял, лежит где-то здесь. Да, смотрите, отлично. У меня теперь есть целых 35 кусочков. Давайте мы эту какашку закроем, и теперь у меня есть время, чтобы подняться на самый последний, четвертый этаж, который здесь есть. Смотрите, давайте мы это сделаем, и там, наверное, очень много золота лежит, хотя здесь вообще ничего. Что? Что за фигня? Почему реально ни одного сундука? Зато здесь очень красиво. Смотрите, как мы высоко находимся. Давайте сломаем это стекло и... Да,
это, конечно, вообще очень красиво и ничего себе, оказывается, здесь все-таки был один сундучок, в котором тоже есть золото. Отлично! У меня уже целых 42 кусочка. Это, мне кажется, очень много, поэтому давайте мы как-то аккуратно спустимся с этого дома и, наверное, нужно отсюда уже убегать, потому что мне уже достаточно золота, мне хватит, чтобы скрафтить броню там какую-нибудь, какие-нибудь инструменты и вообще все, что надо. Поэтому нужно реально валить с этого дома. Давайте на всякий случай проверим еще раз все оставшиеся комнаты на первом этаже. Может быть, я что-то пропустил, хотя нет. Тут все так же, как и было, поэтому все, нужно отсюда выбираться. Офигеть, откуда ты здесь появилась, дурацкая бабка Гренни? Она забрала все мое золото, какашка дурацкая. Иди сюда. Сейчас ты у меня получишь. Никто не смеет мое золото отбирать. Получай, получай. Офигеть, смотрите, она держит мое золото прямо в руках и не хочет мне его отдавать. Да ну нафиг эту дурацкую Гренни. Нужно отсюда убегать подальше. У меня сохранилось только 3 кусочка золота. Это, конечно, мало, но все равно хоть что-то. Ух, ребята, да. На этом я буду заканчивать. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Нубик в Майнкрафте. Всем пока!